2013 году вышла в свет новая редакция классификации ВОЗ «Опухоли мягких тканей». И с момента выпуска предыдущей, третьей редакции, прошло около 11 лет. И за этот период мы новый том классификации объединил в себе. Почему он не работает? Все. Новый том классификации объединил в себе новые нозологические формы. И, как вы видите, он стал толще, больше страниц, больше иллюстраций, и больше авторов принимало участие в создании этой классификации. При этом надо сказать, что основные принципы, на которых строилась классификация, остались прежними. И в основе, как обычно, стандартно лежит морфология опухолей. Круглоклеточные выделяют саркомы, эпителиоидноклеточные, веретеноклеточные. Но следует отметить, что этот принцип не всегда работает, и особенно для неклассифицируемых опухолей, он не всегда несет информацию о поведении и природе этой опухоли. Далее гистогенез или дифференцировка. Ну, вот мне сейчас больше импонирует теория в сторону дифференцировки, когда опухолевая клетка из зародыша и стволовой дифференцируется в том или ином направлении. И, конечно, для большинства сарком гистогенез или направление дифференцировки известно, но, тем не менее, все еще остаются ряд таких, например, как синовиальные саркомы, саркомы Юинга или фосфатурическая мезенхимальная опухоль, генез которых до сих пор не ясен. Следующим моментом, конечно, основным и особенно значимым для клинических, для клиницистов, для наших коллег, это биологический потенциал сарком. И здесь имеется определенный новый аспект в том, что промежуточную группу разделили на две подгруппы. Итак, сейчас мы имеем доброкачественные опухоли. Эти опухоли не рецидивируют, не деструируют окружающие ткани и не метастазируют. И очень хорошим примером является липома. Группа промежуточной злокачественности разделена на местно-агрессивную и редко-метастазирующую. При этом под местно-агрессивными понимают те опухоли, которые часто рецидивируют и могут деструировать окружающие ткани. Примером тому классическим является десмоид. И редко-метастазирующие местно-агрессивные опухоли, они могут деструировать окружающие ткани, но редко дают метастазы. Ну и, конечно, злокачественные опухоли или саркомы, которые характеризуются тем, что и рецидивируют, и деструируют, и отличаются высоким риском развития метастазов. Крупными изменениями классификации новой 2013 года явились следующие. Во-первых, были добавлены две главы опухолей. Это гастроинтестинальные и опухоли оболочек периферических нервов. Затем были включены новые детальные цитогенетические и молекулярно-генетические данные. Наверное, Евгений Наумович детально говорил об этом, но я тоже остановлюсь в своем докладе. И определены, как я уже упоминала выше, две различные группы опухолей, промежуточные и злокачественные, более четко в терминах, которые соотносятся с их поведением. И малые изменения, которым можно отнести то, что введены новые нозологические формы, впервые описанные. Некоторые формы, которые представляли морфологические разновидности других, упразднены либо объединены с другими группами. Добавлены некоторые опухоли кожи. И определены более четкие критерии для категории недифференцированных сарком. И следует отметить, что эта категория выделена впервые данной классификации. Ну а теперь позвольте детально остановиться на каждой главе, на каждой секции. Что касается адипоцитарных опухолей, то здесь наибольшего внимания заслуживает то, что упразднен термин круглоклеточная липосаркома. Поскольку исследованиями, в частности молекулярно-генетическими, было доказано, что это клеточные, более злокачественные варианты миксоидной липосаркомы. Липосаркома смешанного типа также упразднена, поскольку ранее в предыдущей классификации под этим термином подразумевались саркомы, которые объединяли в себе морфологические признаки, например, высокодифференцированные липосаркомы или дедифференцированные формы или плеоморфные и прочее. Сейчас считается, что это разновидности дедифференцированных липосарком. Таким образом, на данный момент мы имеем три
основные категории липосарком, которые имеют свою базу, свою молекулярно-генетическую основу. Это высокодифференцированная липосаркома или атипичная липоматозная опухоль. Это дедифференцированная липосаркома. Они имеют общий генез, поскольку у них выявляется в обеих группах амплификация гена MDM2. И вторая группа – это миксоидные, и здесь более клеточный и злокачественный вариант, круглоклеточная липосаркома с характерной транслокацией 12 и 16 хромосомы, и плеоморфная липосаркома, отличающаяся сложным кариотипом и частыми мутациями гена P53. При этом следует отметить, что молекулярно-генетическая диагностика здесь важна не только для верификации нозологической формы, но и сейчас активно разрабатываются таргетные препараты для лечения этих сарком. Следующая группа – фибробластические, миофибробластические. Здесь позвольте остановиться внимательно на том, что, в частности, вот дерматофибросаркома, протуберанс или выбухающая дерматофибросаркома и родственная ей гигантоклеточная фибробластома перенесены в эту группу из опухолей, из истома опухолей кожи. При этом дерматофибросаркома протуберанс выделена в промежуточную, редко метастазирующую. Хотя надо отметить, что метастатический потенциал в этой саркоме появляется лишь в том случае, если имеет место трансформация фибросаркоматозная, если появляются участки фибросаркомы. А гигантоклеточная фибробластома отнесена в группу тоже промежуточных, но местно агрессивных на том основании, что около 50% случаев документированных этих опухолей давали рецидивы местные, но не было описано еще ни одного метастаза. Далее интересным моментом и важным явилось то, что гемоангиоперицитома, сейчас этот термин упразднен, он считается устаревшим. И доказано молекулярно-генетически на основании обнаружения общего гибридного гена NAP2-STAT6, то, что это спектр, более клеточный спектр солитарной фиброзной опухоли. Причем любой локализации, плевральной, экстраплевральной и в ЦНС, тоже это, эти опухоли, то, что ранее имели название гемангиоперицитома, это спектр солитарных фиброзных опухолей. Здесь я хочу отметить, что у других опухолей злокачественных, например, синовиальные саркомы, может быть это гистологическая архитектура в составе. Не следует путать вот эти вот названия, потому что паттерн гемангиоперицитомный – это одно, нозологическая форма несколько иное. Далее можно отметить атипическую миксовоспалительную фибробластическую опухоль. Поместили в группу редко метастазирующих, и ранее она называлась миксовоспалительная фибробластическая саркома, но поскольку подборки и наблюдения последних лет показали, что эта опухоль редко метастазирует, то, чтобы это немножко акцентировать на этом внимание, изменили ее термин с саркомы на опухоль. Здесь позвольте мне немножко подробнее остановиться на фибромиксоидной саркоме низкой степени гистологической злокачественности или саркоме Эванса по автору, и также родственной ей склерозирующей эпителиоидной фибросаркоме. Почему важно? Фибромиксоидная саркома low-grade отличается достаточно спокойным морфологическим видом, и очень часто она путается с доброкачественными опухолями, и в частности может быть очень похожа на периневрилому. Более того, она экспрессирует некоторые эпителиальные маркеры, в частности эпителиальный мембранный антиген. Но при этом течение у нее агрессивное, чаще она поражает молодых людей и дает отдаленные метастазы. Метастазы могут развиваться даже через десятки лет. Обнаружено, что она имеет общую молекулярно-генетическую основу, транслокацию 7 и 16 хромосомы со склерозирующей эпителиоидной фибросаркомой, которая иногда может восприниматься патологами за метастаз долькового рака, поскольку тоже экспрессирует эпителиальный мембранный антиген. Тем не менее, в отличие от low-grade аналога, от low-grade фибромиксоидной саркомы, она намного агрессивнее и раньше, и чаще дает метастазы и в легкие, и в печень, и в кости, и в окружающие мягкие ткани. Но с практической точки зрения очень удобным и полезным моментом явилось обнаружение иммуногистохимического маркера МУХ-4, который позволяет провести и достаточно точно верифицировать эти нозологические формы.
Далее, с практической точки зрения, новым явилось то, что вот нодулярный фасциит, ранее считавшийся реактивным процессом, у него теперь обнаружены некие гибридные гены в результате специфической транслокации. И сейчас считается, что это так называемая самоограничивающаяся опухоль. В отношении фиброгистиоцитарной группы новым явилось то, что упразднен термин злокачественная фиброзная гистиоцитома. Эти опухоли, именовавшиеся таким образом ранее, перенесены в категорию недифференцированных. В отношении гладкомышечных опухолей, ну, здесь в основном доброкачественные или промежуточной степени злокачественность, ну, в частности, ангиолиомиома, которая была обозначена в предыдущей классификации в этой категории, теперь отнесена к перицитарным. Здесь даны примеры спектр глубоких леомиосарком с высокой дифференцировки и заканчивая низкой дифференцировкой. И от грейда в липосаркомах, в леомиосаркомах очень зависит прогноз и агрессивность течения. В качестве примера я вам представила. В отношении перицитарных или перивоскулярных опухолей спектр их расширился, поскольку перенесены были те или иные нозологические формы в эту категорию. Но, опять же, здесь большей частью перенесенный гломангиоматоз относится к промежуточной степени злокачественности, ангиолиомиома, доброкачественные опухоли. И, в принципе, практическое значение для клинициста нужно знать, что они, к какой группе патологическому поведению они относятся, и провести морфологу нужно провести правильный дифференциальный диагноз с более клеточными злокачественными вариантами. Ну, здесь пример классической ангиолиомиомы. В отношении скелетно-мышечных опухолей новым явилось то, что веретеноклеточная и склерозирующая рабдомиосаркома, которая ранее считалась в группе эмбриональных рабдомиосарком, сейчас выделена в самостоятельную позицию. Опять же, на основании новых молекулярно-генетических находок. Более того, уже после выхода классификации стало известно, что веретеноклеточные и склерозирующие рабдомиосаркомы у детей и у взрослых имеют различное биологическое поведение, они по-разному текут. В частности, у детей, у взрослых это более агрессивная опухоль, и обнаружено, что более 40% этих опухолей имеют повреждение гена МИАДА1, в то время как у детей не отличаются более благоприятным течением и обнаруживается перестройка в зоне коактиватора ядерных рецепторов типа 2. И, может быть, в перспективе следующей классификации эта группа будет разделена на две совершенно различные нозологические формы. Сосудистые опухоли претерпели изменения тем, что добавлена новая нозологическая форма, так называемая псевдомиогенная гемангиоэндотелиома. Другое у нее название – гемангиоэндотелиома, похожая на эпителиоидную саркому. И в этом, собственно, заключен смысл этой опухоли. Позвольте представить наше наблюдение. Опухоль очень редкая. Встретилась после выхода первых публикаций об этой только один случай. Относится она, чаще всего она поражает молодых людей. Локализуется, может локализоваться и в поверхностных, и в глубоких мягких тканях. И при этом часто она возникает множественными узлами. Клинически ее можно заподозрить, по крайней мере, на ПЭТ. Она имеет особенность накапливать F18, флюоридеоксиглюкозу. Более того, значит, дифференциальный диагноз нужно проводить в первую очередь с эпителиоидной саркомой, поскольку эпителиоидные саркомы – очень агрессивная опухоль, псевдомиогенная гемангиоэндотелиома относится к редкометастазирующим, но она может давать рецидивы местные. При этом все документированные случаи, проанализированные, не отметили связи с позитивным краем резекции. Но данная нозологическая форма новая, и она еще под предметом исследований. Гастроинтестинальные стромальные опухоли перенесены в том опухоли мягких тканей, а ранее они занимали определенную позицию в томе желудочно-кишечных, опухоли желудочно-кишечного тракта. Принято
схема оценки риска агрессивного поведения. И в этой категории следует также отметить, что выделена новая нозологическая форма, так называемая сукцинат-дегидрогеназа дефицитная GIST. Она отличается тем, что у нее отсутствует дикий тип мутации KIT и PGFR. И чаще всего это эпителиоидно-клеточные варианты. Особенностью является то, что они протекают достаточно индолентно, спокойно, несмотря на то, что могут давать так называемые отсевы или метастазы в лимфатические узлы. Также эту нозологическую форму следует иметь в виду и следует помнить в контексте наследственных синдромов. Это карни и карнистратакис. Опухоль из оболочек периферических нервов также впервые перенесена из ЦНС, и опухоль нервной системы отнесена в том опухоли мягких тканей. Новым здесь много явилось, что в частности добавлены. Вот для меня, например, новой явилась моментом солитарная четко очерченная неврома. Она раньше считалась реактивным процессом. Сейчас доказано, что все это опухоль, но опухоль доброкачественная. Отнесены назальные гетеротопии, добрачный тритон и выделена новая группа опухолей гибридов периферических нервов. Следует отметить, что вот этой группой опухолей мы занимались в нашем институте вне онкологии, и наши работы добавлены в ВОЗовскую классификацию, на основании этого есть ссылка. В частности, выделяются бифазные гибриды, монофазные гибриды, перинувриомы, шваномы. Дифференцировка доказывается иммуногистохимически и ультраструктурно. И, в принципе, практическое значение состоит в том, чтобы правильно дифференцировать злокачественных аналогов и в первую очередь отличать их от low-grade фибромиксоидной саркомы, саркомы Эванса. Это самая большая ошибка у этих опухолей. Теперь позвольте остановиться на опухолях неясной дифференцировки. И здесь я бы хотела более детально остановиться на новой нозологической форме фосфатурической мезенхимальной опухоли. Существует и очень редкая опухоль, и доброкачественные, и злокачественные реже аналоги имеют место. Эта опухоль очень редкая. Так, в частности, вне онкологии при присмотре примерно за 30 лет мы обнаружили только 2 случая. Отличается, ну, в мире, конечно, больше. Отличается тем, что развивается опухоль в мягких тканях или в костях, и в результате развития этой опухоли у пациента присутствует так называемый синдром опухоли индуцированной остеомаляции. Это связано с тем, что фосфатурическая мезенхимальная опухоль продуцирует фактор роста фибробластов 23, который влияет на обмен кальция и фосфора, в частности, на абсорбцию этих элементов в проксимальных канальцах почек. И таким образом приводит к этим изменениям. Но если ее хирургическим образом убрать, то симптомы исчезают. В основном, как я уже говорила, опухоли доброкачественные, но злокачественные аналоги описаны, они встречаются, в том числе и могут давать метастазы. Ну и последняя группа, впервые выделенная в новой классификации, это категория недифференцированных или неклассифицированных сарком. Согласно классификации, в эту группу следует относить те опухоли, которые имеющимися методиками на настоящий период патолог не может отнести в ту или иную более специфическую. И принцип классификации здесь основан вот, морфологический. Выделяют недифференцированные веретеноклеточные, плеоморфные, круглоклеточные, эпителиоидные клеточные и неспецифицированные вообще. Ну, плеоморфные, недифференцированные плеоморфные саркомы – это аналоги злокачественно-фиброзной гистиоцитомы. А вот более интересны категории недифференцированных круглоклеточных сарком, поскольку здесь, и, возможно, в перспективе это будет новое, находка новой нозологической формы, выделили так называемую неюинговскую саркому или юинг-похожую саркому, юинг-лайк. Она морфологически, иммуногистохимически похожа на юинга, но имеет совершенно иную транслокацию. Поэтому в заключение хочу отметить, что классификация действительно пополнилась, стала более биологически обоснованной. И основным как бы прогностическим фактором, важным моментом является именно гистологический вариант опухоли, нозологическая форма, по которой мы можем предсказать и поведение, и, возможно, в перспективе будут разработаны таргетные препараты. Ну и, естественно, остались открытыми вопросы, которые впоследствии будут решаться, и, возможно, новая классификация пополнится новыми данными, новыми нозологическими формами.
Спасибо за внимание.